Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посвятить вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Рыжевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Magic Holy Play. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Так, сегодня новая серия. Передаю сразу привет такому чуваку, как Бег Чеченский, в принципе. Так, поехали, давайте напишу ему. Я думаю, по названию ролика вы догадались. Да, я буду сливать компьютерный клуб в ГОС. Потому что я продавал его в течение 2 дней. Никто не хочет его просто брать. Даже за 5 лямов. ГОСка у компьютерного клуба 5 лямов. Его даже никто за 5 лямов брать не хочет, понимаете? Это просто пиздец. И мне не остается... мне остается только выставить ГОС, понимаете? Другого я с ним ничего не сделаю. Даже за 4 ляма никто не хочет его брать, понимаете? А я его сейчас ставлю в ГОС, и по-любому кто-то купит и будет потом продавать его за, там, 10, за 7 лямов точно, я думаю, будет продавать, в принципе. Поэтому, блин, я не понимаю, серьезно, есть такие люди, которые, типа, вот, за ГОС стоимость я не куплю, блядь, вот, а по ГОСу я его ставлю, блядь. Тут пиздец, такой бред просто. Поэтому сейчас мы едем к компьютерному клубу города Арзамаса. В принципе, у нас есть АЗС-ка, как бы... Вообще, компьютерный клуб был семейным бизнесом, но он все равно был на мне. Я просто не мог его прикинуть, потому что не было денег. А сейчас я солью в ГОС его просто, куплю 3 лансера. Будем немножко возрождать наш автопарк. Потому что у нас всего лишь 3 машины, хотя бы чтобы 6 было. Ну и там немного тебе денег возьму и в общак положу, короче. Так, все. Мы приехали, короче, вот этот, короче, компьютерный клуб в Арзамасе. Так, вот, короче, мы приехали. Он меня спрашивает, ты ГОС сливаешь? Я говорю, ну да. А что еще делать? Вот, короче, компьютерный клуб, пацаны. Финки здесь не было вообще. Да, какой-то еблан просто меня убил. Охуенно просто. Замечательно. Так, я бегу, короче, обратно уже. Вылечился. С собой у меня кит был. Так, бизнес мои. Вот, бизнес, смотрите. 750 рублей. Вот, смотрите финку. Просто, ну, блядь, ни о чем, просто бизнес. Да, там бывало 20 тысяч, там, 15 тысяч. Ну, это все хуйня, я реально жестко с ним лоханулся. Я, понимаете, купил его за 7. Сейчас его ГОС солю за 3 миллиона 750. Просто в минусе буду на 3 ляма, даже чуть больше. Это просто пиздец, серьезно. Это просто пиздец. Сейчас бизнесы так обесценились, от них толка реально нету. Вот нормальный бизнес, это, мне кажется, там, АЗС-ка, потом спортзал. Что еще? Ну, казино это само собой, в принципе. Ну и, блядь, 24/7 рыбалка. Все. Остальное полное дерьмо. А, ну и с того еще несет нормальную прибыль. Как бы, да. Остальное, серьезно, такое дерьмо просто. Не покупайте, пацаны, дерьмо в бизнесе. Покупайте что-то нормальное. Серьезно. Я даже финку не проверял в этого бизнеса. Серьезно, я очень, блядь, в минус ухожу просто постоянно. Поэтому советую вам, блядь, тоже не лохануться, как я. В принципе, и, блядь, внимательно покупайте бизнес. Вот эти пиротехники, компьютерные клубы, не покупайте. Столовые, нет, не покупайте, это полное дерьмо. Покупайте либо хороший 24/7, либо спортзал, либо СТО, либо еще что-то. Остальное это полное, сука, дерьмище. Так, Бушинес пишем, нахуй. Это, ага. Так, продать государству, вот. Давайте, я скриншот даже сделаю. Так, 3 миллиона 750, все, нахуй, слил его, вот, блядь, и все, и пиздец. Ебалось оно в рот, серьезно. Нахуй надо такой бизнес, блядь, который нихуя не несет, блядь. А ГОСка у него 7 миллионов. Ой, точнее 5 миллионов, а я его за 7 купил. Нахер такие качели, серьезно. Поехали в банк, сейчас закину денег. Поедем, купим новую машину для семьи. 3 лансера хотя бы купим, потому что... Вот, смотрите, какие у нас сейчас тачки в семье. Кто не в курсе, я слил 7 машин семьи. 7, не все, а 7 машин семьи. А, вот. Осталось только вот эти машины. Сейчас я куплю еще 3 лансера, чтобы было на чем ездить. Но потом будем постепенно возвращать наш охуенный автопарк. Так, все, мне Бег написал, короче. Го в ДС пару слов. Ну, давайте, я зайду в ДС. Так, короче, продолжаем. С Бегом поговорил, он там насчет бизнеса мне спрашивал. Так, пополнить общак. Внести деньги. Кидаем 3 ляма. Даже давайте 3 миллиона.
Бля, сколько кинуть? 3 миллиона. 500 тысяч, наверное, кинуть. 3,5 ляма кинуть. Вот я 3,5 ляма кину. В принципе, все нормально. Останется у меня 284 тысячи. Все для ФОМы, пацаны, блин. Я специально биз для ФОМы купил. Ты компьютерный клуб продал. Да, в УКО слил. Слил нахуй его. Я нахуй нужен, блин. Параша полная, серьезно, пацаны. Бля, кто видит этот видос, типа, думает, типа, ой, словлю, блядь. Не надо, это дерьмо, не ловить его даже. Никому не советую. И не покупайте ни у кого его даже. Серьезно, это полная хуйня. Так, Джерри Сопрано, привет тебе, Максим Путбуль, привет тебе, Илья Кондратьев, привет тебе, Азамат Адрегу, привет тебе, Андрей Носов, привет. Всем, короче, привет, пацаны, кто в семье, вот, передает привет. Денис Джобс, тебе тоже привет. Всем, короче, привет, пацаны. Так, все, короче, направляемся на Нашан. Сейчас куплю трилансеры, может, что-то еще куплю. На самом деле, я бы мотик какой-то купил бы, хотя бы дешевый, по приколу, чтобы у нас был, в принципе. Ну, сейчас, может, не знаю, байкерские мотоциклы купить по старинке, либо какую-то машину недорогую, но более-менее нормальную. Бля, давно у нас Казавнику не подъезжало, что аж завыл, где находится, короче, вот. Все, мы приехали. Давайте, я не знаю, заспавню машину, наверное. Покажу вообще, что у нас за машины есть, остались, точнее, управление транспортом. Зареспавнить весь транспорт. Так, две тачки я зареспавнил. Короче, у нас две М5-ых осталось и еще что-то. М5-я еще одна, да, здесь стоит, по идее. Да-да-да, здесь, короче, стоит. Здесь у нас стоит крузак. Ну, бля, нормально. Короче, так, в меню пишем. Управление транспортом, список. Свободное, да. Далее. Лансер у нас лям стоит. Так, Mitsubishi 600, кстати, блин, можно было купить два кабана. Может, два кабана лучше купить, бля, чем лансеры? Серьезно, я вот думаю, лучше два кабана купить. Ну, лансер, да, это охуенно, но лучше два кабана купить. Так, управление транспортом, список. Так, лучше пусть два кабанчика будет, чем три лансера. Так, сейчас еще найдем его, одного. А-ла-ла-ла-ла-ла, еще сотый, еще сотый. Так, вот ты где. Во, заебись. Просто заебись, красота. Два кабанчика вот купил. Просто красота. Так, давайте еще что-то купим. Там сколько вообще денег еще лежит? 700 тысяч, да? Что-то такое недорогое купить, но нормальное. Так, список. Извиняюсь, лаги сейчас FPS проседает. Так, блин, что бы купить такого? Восьмерка? Нет, не хочется восьмерку брать. Шкоду тоже не хочется брать. Блин, что такое нормальное и недорогое? Так, далее. Лада Веста. Так, это какой-то мотик. ВАЗ-2115. УАЗ, так, фри этот, так, сят. Не, можно два сята еще купить, на самом деле. Форд Фокус, Лада Приора. Ну, блин, мне даже на две Приора не хватит, по сути, да? Тринашка. Кадиллаки, GMC. Ауди, бля, это уже дорого пошло. Так, нужно что-то из этого выбрать. Можно пару четыре купить, просто чтобы они были. Пока что. Блин, возвращаемся, блядь. Тем же машинам, по сути, да? Четырок, сколько купить? Две четырки купить хотя бы. Давайте купим их. Раз. Так, и еще одну четырочку сейчас купим. Ну, чтоб тачки были, чтобы было вам на чем ездить, в принципе. Так. Далее, следующая страница. Так, Лада четырка, да? Вот. Все, купил. Так, что-то еще можно, еще две штучки чего-то взять. Так, управление транспортом. А, список. На самом деле, можно было бы Ямаху купить. О, не Ямаху, а Ниш, планета, а Ява, Ява, Восход, Иш, Ява, Ява, Ява. А Ява где у нас? А, вот Ява, 60 тысяч стоит. Давайте я Яву куплю еще. Так, и еще одну Яву куплю. Ака, Ява, Ява, Ява. Где Ява у нас? Где-то тут она была. Ява, Ява. Блядь, где ж она? Ява, 60 тысяч стоит, да? 60 тысяч стоит Ява, только я не... А, вот, вот. Так, все, заебись, да, купил? Купил, купил. Кстати, можно еще одну Яву купить. Фэ-меню, информация.
Да, давайте еще одну яву купим. Конечно, по цендам не пиздец, там охуенно, но зато будет на чем ездить, в принципе. Ява тоже неплохой мотик, на самом деле, он неплохо едет. Так, все, купили три явы, короче. Все, заебись. Ну что ж, тоже, пацаны, я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Так, пацаны, сейчас будут ответы на вопросы, но такая проблемка небольшая, то, что я выложил видео час назад, сейчас уже монтирую новое видео, и поэтому я не успею ответить на все ваши вопросы, поэтому извиняйте, кого не было в комментариях, потому что, сами понимаете, я физически не успеваю, я специально для вас вылаживаю в день много видео, поэтому я думаю, вы меня поймете. На кто что написал, успею на это ответить, а кого не показал видео, не ответил, я отвечу в комментариях просто письменно, вот и все. Так, первый комментарий, научись кликбейтить уже. Зачем кликбейтить? Кликбейт — это чисто такой мини-обман своих подписчиков, а я такого делать не хочу. Сколько ты уже играешь на Мазинке? Я играю на Мазинке около 3 лет. Ну, именно активно играю 2 года, а знаком с Мазинком где-то 3 года. Я еще играл на первом сервере под ником Кирилл Полканов, Кирилл Путбульс 2L, когда еще онлайн был 60 на первом сервере. Кирилл, ты топ, можно вопрос? После монтажа видео ты его сохраняешь на компе или сразу экспортируешь на YouTube? Я его сохраняю, а потом уже заливаю на YouTube. Кстати, когда экспортируешь видос в видеопад сразу на YouTube, то нельзя ставить обложку видоса. Честно, я не пробовал, я сначала сохраняю видео на компьютер, потом уже заливаю с компа в YouTube, получается. Так, следующий комментарий от того же человека. Спасибо, Кирилл, за то, что ты поставил только 30 рублей за литр. Теперь я все свои 3 тачки только у тебя заправляю. Не за что, чувак, и спасибо, что ты заправляешься именно в нашем семейном бизнесе. Кирюха, скинь анимацию, пожалуйста. Я тебе уже скинул ВК анимации. Не за что. Ты снимаешь годноту, за тобой уже едут. Спасибо, я стараюсь выкладывать много видео и снимать не просто какие-то покатушки, но и какой-то годный контент в качестве того, типа, купи что-то новое там и так далее. Но больше всего я люблю снимать разговорные видео и полезные. Кстати, скоро полезное видео выйдет, возможно, сегодня. Поэтому следите за каналом, не забывайте ставить колокольчик. Красавчик, снимай еще на 03, пожалуйста, если можешь. И да, скажи, пожалуйста, еще треки из видео. На 03 я снимать не буду, потому что я активно играю только на 01. Треки, блин, не могу сказать, потому что им довольно-таки много, и у них названия очень странные, и ты их никак не найдешь в интернете. Это нужно заливать их на Яндекс.Диск, чтобы потом скачивали. Спасибо за видос, отличный годный контент, приятно смотреть. Спасибо, приятно такие слова слышать от вас. Стараюсь. Кирилл, ты не долбоёб, что не можешь читать по-английски, мы тебя понимаем. Ну, блин, да, так и есть, в принципе. В этом ничего страшного нету, но я просто так сказал. АЗС топ, полностью с тобой согласен. Выздоравливаю, спасибо, мне уже на самом деле лучше, уже я не пчихаю, давления нету, все заебись. Ну что ж, вот я ответил на все комментарии, на которые смог, на которые успел ответить. Да, я не отвечал не только на вопросы, но и на обычные комментарии, чтобы как бы вам было побольше информации. Ну что ж, на этом у меня все, пацаны, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.